цехах самарского предприятия идет сборка уникальных машин. Это настоящая находка для фермеров. Один такой самоходный опрыскиватель-разбрасыватель может заменить сразу несколько машин. Для диагностики производительности отечественных предприятий Министерство экономики России выбрало всего 12 компаний. Это новые развивающиеся предприятия, которым может быть очень полезен опыт японских коллег. Как идет работа на производстве, оценивают опытные специалисты завода «Тойота». Производимая продукция, разработка оригинальная, аналогов в мире нет. Мы видим здесь тщательное и внимательное отношение к качеству и методам сборки. А значит, у производителей есть все шансы на большой успех в будущем. Повышением производительности на самарском предприятии уже занимаются. В конце прошлого года закупили высококлассные современные станки, которые совмещают в себе больше 30 инструментов, что позволило значительно сократить время изготовления деталей. У японцев уже есть предложение по поставкам более современных комплектующих. Например, возможно оставить японские двигатели для того, чтобы именно качество повысить. Работать на самарском предприятии специалисты из Японии будут в течение недели. После они дадут работникам что-то вроде домашнего задания, с которым те должны будут справиться в ближайшие пару месяцев. Они очень корректны в подаче информации. Они отметили, что достаточно далеко мы продвинулись на пути построения производственных процессов. Но, естественно, еще огромный пласт, над которым нужно работать. Сельхозтехника самарского производства пользуется большим спросом. Поставки идут по всей России и странам СНГ. До 2020 года предприятие планирует увеличить производительность до 1000 машин в год. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.